Всем привет, всем привет! Сегодня у нашей Дариночки день рождения. Мы вас всех приглашаем на ее день рождения. А пока у нас есть время, девчонки все в школе, в садике, мы с Настей хотим показать, что же мы заказали по Берлик. Для начала хочу сказать, что мы часто заказывали, когда были в Тюхтете, а потом, как переехали, что-то все это забылось. Я тут решила, думаю, посмотрю, что же там нового. И оказывается, если не заказываешь больше года, то аннулируется, как это? То есть ты становишься новым клиентом заново и получаешь скидку в 20% да. При первом заказе. Если заказываешь там еще дольше, больше, на большую сумму, то уже в следующий раз получаешь скидку 26%. И так по нарастающей. Да, поэтому я знаю, что очень многие у нас регистрировались, зрителей, Faberlic. Ну, мало ли, может быть, как я, подзабыли, что там есть. И у вас есть сейчас возможность зарегистрироваться заново и, конечно, получить скидку как новому клиенту. В общем, вкратце скажу, что Faberlic – это отечественная компания, которая стала уже самым удобным и самым обычным интернет-магазином, где очень удобно все заказывать, где очень удобно все выписывать. Доставка у них идет самым любым способом. Можно заказать через ГЭК, можно заказать через пункт выдачи Faberlic, если у вас такой есть. Вот у нас здесь нету. Можно через ДЭК. Также сейчас в Пятерочках появились на кассах тоже пункты выдачи. Тогда тоже можно заказывать. Поэтому очень удобно заказывать. 25 лет уже эта компания на рынке. И что очень важно и главное в наше время сейчас, это то, что вся продукция гипоаллергенная, без химии. Порошки все, которые там есть, гели для стирки, они все подходят для детских вещей Акля Плюс, они не имеют фосфата в составе, поэтому это очень удобно, важно. И также там очень большой выбор продукции для малышей. Вот эти все детские средства для купания, мыло. Я помню, мы тоже когда, кстати, были, я заказывала для Софийки, прям набор там был. Вот. Тут у нас в основном все для дома, для хозяйства. Очень классные гели для стирки и кондиционеры. Кондиционером я уже пользовалась. И дома, когда мы там в доме, в Тюхтете, когда жили, он очень концентрированный. Там надо буквально 30-50 грамм. Все порошки и гели для стирки, они очень концентрированы, поэтому расход будет минимальный. Также средства для мытья посуды тоже концентрированы, и их можно даже разводить с водой. Например, если не сильно загрязненная посуда, можно разводить 1 к 4 аж, и все будет замечательно отмывать. Вот видите, даже для детской посуды 0 плюс идет, можно спокойно использовать. Также очень классное мыло, это для кухни, и просто мыло для рук жидкое. Потом смотрите, вот такие вот классные зубные пасты. Очень интересно написано, зубная паста утренняя, а это освежающая просто зубная паста. Потом, ну про порошки я уже сказала, мы как-то тоже пользовались вот этим пятновыводителем, и отбеливателем у нас тоже был. Средство для чистки духовок и плит. Хочу сказать, что очень часто зрители мне советовали, я, например, говорю, вот надо мне там то-то отмыть не могу. И часто прям зрители пишут, закажите Faberlic. Такое-то средство, такое-то средство. Вот спасибо большое за советы. Да, еще у них не так давно появились вот такие вот, это линейка, у кого есть животные в доме, смотрите. Шампунь пятновыводитель для чистки ковров и обивок. У кого есть животные, от шерсти. Вот видите, глубокое очищение ворса, дом без запаха животных. И вот такой вот освежитель, нейтрализатор запахов. Лавандовый аромат. Вот эти вот гели для душа, смузи они называются. У меня тоже были разные вкусы, вообще классные. Я очень люблю, когда все вкусно пахнет, поэтому вот заказали сразу много, чтобы хватило на всех. Вот тут еще один стоит. Вот, вот у нас семья большая, чтобы на всех хватило. Потом еще шампуни, смотрите, для нормальных и лишенных блеска волос это с ромашкой. И вот такой алоэ шампунь восстановления.
Это я заказала себе, чтобы попробовать восстановить свои волосы, три волосинки. Потом, смотрите, антибактериальное средство, что очень сейчас нужно в сезон простуд и гриппов. Это тоже мыло для кухни. Потом у нас... Смотрите, как мне понравилось. Да, такое мыло можно даже на подарок заказать. Это мыло ручной работы, косметическое. Оно очень вкусно пахнет. Мне прям понравилось такое мыло. Дезодоранты. Вот этот дезодорант, антиперспирант, он без спирта. Алоэ, с алоэ вера. Вот этот вот парфюмированный дезодорант. И вот этот тоже парфюмированный дезодорант. Можно, кстати, заказывать набором дезодорант и парфюм одной серии, и будете очень-очень вкусно пахнуть вдвойне. И вот еще один инкогнито. Крем для ног питательный. И смотрите, вот это вообще классная штука. Это губка уже с кусочками мыла. То есть вам не нужно ее мылить, просто намочили водой, и она уже будет мылиться. Вот видите, эти шарики, это кусочки мыла. Очень удобно и классно. И вот такой травяной сбор для легкости дыхания. Также, помимо интернет-магазина, можно, конечно, пользоваться и обычным каталогом. Там всегда проходят какие-то акции. Вот смотрите, здесь даже написано «Акция для новых покупателей». С 20 февраля по 5 марта была эта акция. Палетка губных помад и карандаш в подарок. Постоянно какие-то акции. Помимо уходовой косметики, помимо товаров для дома, там можно заказывать одежду. Можно заказывать все различные витамины и БАДы, посуду. В общем, очень-очень большой выбор для дома. Также мы вам оставим ссылку для регистрации. После регистрации на сайте, ссылку, которую мы оставим под видео, с вами свяжется ваш личный менеджер, который ответит на все ваши интересующие вопросы. Поможет вам, подскажет и расскажет, как все правильно оформить, где какую акцию можно использовать, как получить скидку. И, в общем, на все-все ваши вопросы ответит ваш личный менеджер. Еще раз скажу, что при первой регистрации вы получаете скидку в 20%. Но тот, кто уже пользуется давно Фаберликом, можно тоже не расстраиваться, а заказывать очень-очень много продукции и по очень выгодным ценам. Поэтому ссылку для регистрации мы вам оставим. Переходите и радуйте себя и своих любимых. Кто тут видит, мам? Спрячьтесь! Она уже видит нас. Спрячьтесь, блин! Доченька! С днём рождения! Привет! Спасибо. Еще шоколадки остались. Дедусь хотя бы. Вся такая красная. Ну ты как, ожидала? Ну да. Правда? Да. А, мы какие предсказуемые. Начнем с папочки. Спасибо. Тут 17 роз, доченька. Ой, здорово. Ну покажи. Любимой доченьке. Кстати, розы я очень люблю. Да, вот такие цветы. А еще же основной подарок от вас. Да. Ну, а мы вместе выбирали, папочка. Я... Спасибо, я знаю, что тут. Да. Мы чуть попозже их оденем и всем зрителям уже покажем. Да. Очень многие, конечно, ждут. Так, следующее начнем. Это от нас, Дима. Здесь еще конвертик. Желаю тебе здоровья. Я тебе все написала уже. Да, я прочитала. Хочу, чтобы ты была самая счастливая, чтобы дальше только расцветала, как самый красивый цветок на планете. Чтобы окружали тебя только самые искренние люди. Чтобы никогда тебя не касалось никакое горе и несчастье. Чтобы все твои родные и близкие, и ты самая здоровая была. А, спасибо. Давайте посмотрим. Желаю счастья, любви, спасибо. Никогда не грустила, училась на них. Тяжелый цветок. Крепкого здоровья и кавказского дорогая лица. Вот так. Не могу обнять, у меня уже представлено. Спасибо. Жила такой же красивой, счастливой. И у тебя было очень пакетик, много где? Спасибо. Тома, где твой? Она уже подарила. Ты уже подарила? Да. Так.
Хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня поздравляет. Меня даже моя крестная тетя Света поздравила. Огромное спасибо ей и всем, кто меня поздравляет. Так, вот и шарики. Ставь, Дариночка. Здесь подарок от Алины и от нашей зрительницы Катюши. Спасибо. Тоже. Мы почему все дарим деньгами? Потому что Дарина очень хочет себе заказать или купить книжки. И все деньги ей, конечно, на мечту, на книги. И я от себя хочу сказать тоже, от нас, от отцом, давай, что... Доченька моя любимая, я хочу тебя поздравить. И хочу, чтобы ты оставалась такой же нежной, такой доверчивой, такой ласковой. Какая бы ни была жизнь, оставайся такая, какая ты есть. Ты наше солнышко, ты наша любимая доченька. И я хочу, чтобы ты вот не менялась, чтобы этот мир жестокий тебя не касался. Чтобы ты всегда была такая добрая, отзывчивая. С днем рождения тебе. Спасибо. Все. Я же сама забыла. Да, да. Вот, я от себя тоже хочу. Мне ВК тоже пишут. Всем огромное-огромное спасибо за поздравления. Спасибо. И оставайтесь с нами, мы поедем праздновать. Потом посмотрите, куда. О, видишь, какая красота. Здесь ты тут да, ты тут посчитай. Вот, ты моя звездочка. Следуй за мечтой. Идеальная и чертовски привлекательная. Улыбайся чаще, тебе это к лицу. Короче, потом все прочитаешь. Мама, ну папа! Нет! Дарина на поздравления отвечает. Вот так вот будет выглядеть ее комната. Я потом еще вот фотку, Жень, положи, пожалуйста. Я знаю. Очень красиво. Вся такая розовая, вся такая нежная, как наша Дариночка. Я сейчас на Дарин скину. Да, хорошо. Сейчас мы будем одевать сережки. И уши сразу заодно. Я уже попшикаю уши. Угу. А телефон, многие писали, подарите телефон. Мы только в прошлом году ей купили новый. На 18 лет уже. Ну вот, иди сюда. Повернемся так, зрителям покажем. Вот, вот так. Да, вот такие сережки. Ну вот, а то у нее старенькие вот эти. Они постоянно цепляются, но они детские. Савке по наследству передаю. Они, ну, не цеплючие такие. Но они так-то тяжеленькие, хорошие. Так это чумаки, да? Да, да. Вот такой подарок у нас. Тортик у нас, конечно, есть. Но Дарина сказала: мам, я хочу вечером задуть. Поэтому мы сейчас все собираемся и едем праздновать. Да? Женечка, а что ты лохматая? Как медуза Горгона. Прохладно как? Сейчас покажу. Смотрите. Зрители писали, что у Насти есть ботиночки. Видите, какие красивые. Ну-ну. Все, поехали. Настя с нами недолго побудет. У нее сегодня... Как это называется? Наш зачеты, да, два? Да, немножко побудет, оставит с нами Софийку и уйдет. Два, она там аж не до семи будет. Алина тоже не могла никак приехать. У нее сейчас три недели практики. Помню, мы к Диме ездили. Вы знаете, как я ее отпрашивала? Алина меня: мама, пожалуйста, попроси, чтобы меня отпустили. Так я не знаю, я там
чуть ли не до директора этого колледжа дошла, чтобы ее отпустить. Ну, отпустили ее, конечно, но с такой неохотой, что, ну, практика нельзя пропускать. И вот сейчас Алина мама, нет, я не могу. Ну, она, конечно, Дариночку поздравила с утра сразу. Да. Дарин, 7, наверное, утра. Я не знаю, наверное, она в 00, может быть, даже. Да, потому что я встала, а Дариночка уже, ну, я ее поздравляю, девчонки все поздравляли. И давай. Дарина такая, мама, меня Алина поздравляет. Там было, ну, минут 5, наверное, до 8. Да. Вот, никак Алина не может приехать. Ну, денежку прислала Дарине. И букет цветов от всех девчонок тоже. Конечно, мы не так хотели день рождения отметить. Ну, что теперь? И так нормально, да, доченька? Да. Вот. Может, ну, Дарина, конечно, до этого все время, мама, давайте дома, давайте дома. Так дома уже мое день рождения, до папкина, а детям, ладно. На всякий случай, просто сделай, чем я. Пойдем мы.